Всем привет, с вами я, Татьяна Шадрина, вы у меня на канале «Время шить». Сегодня время сметывать вот это платье. Приступаем к работе. Прежде чем начать сметывать, я проклеила под борта дублерином, потому что мне на примерку уже важен этот момент. У меня удобно очень, что идут полосочки. У вас, если ткань не в полоску, не в клетку, вы, пожалуйста, проложите сметочными стежками линию по центру переда. Вот не там, где сгиб. У меня центр переда, смотрите, вот где на 1,5 сантиметра я смещалась от сгиба края борта. У меня пересекаться под борта будут между желтой и черной полоской, вот в этом месте. Я сейчас дублерином проклеила уже один край борта. И сейчас вот приутюживаю его четко по полоске. Сейчас покажу, как я проклеивала со вторым бортом. Сейчас посмотрим. Конечно же, я подбирала дублерин, подходящий именно к этой ткани. Все, у меня одна деталь переда готова. Сейчас вторую будем вместе делать. Посмотрите, у меня дублерин такой мягкий, тонкий. Вот он немножко тянется в стороны, под долевой, ну чуть-чуть вот так. Это на трикотажной основе дублерин, он пластичный, но это не самый тонкий, это не шифонка так называемая. Этот дублерин как раз подходит, на мой взгляд, к льняной ткани, это лен с шелком у меня ткань. У меня не получилось вырезать цельнокроенную вот сюда обтачку, ну как бы уже остатки, скажем, длинные удалось полосочки вырезать из дублерина, а вот в бок уже не получилось. Но я спокойно сейчас вот добавочку сделаю здесь, видите, вот я вырезала такие фрагменты и постараюсь, чтобы оно не сильно пересекалось вот здесь вот так. Вот сейчас проклею дублерин. Вырезаем дублерин, сохраняя направление долевой, так же как и в самом платье. Вот у меня здесь четко идет долевая вот так вдоль по ткани, и это же направление я сохранила и вот на этом лоскутке маленьком добавочном. Я уже буду менять скоро вот эту поверхность, поэтому так спокойно клею. Для новичков совсем подсказываю, что когда мы дублируем, какое-то время прямо держим, видите, на ткани. Я уложила дублерин и прям секунд по 20, по 30 держу на каждом фрагменте. Нельзя утюгом делать вот такие движения. То есть мы движения делаем такие прихлопывающие, вот переступающие утюгом. Я дублерином приклеиваю с паром. Вы смотрите как. В общем, сейчас делаем вот эту операцию. Она такая длинная будет, занудная. Приклеиваем дублерин и затем под борта приутюживаем. Вот так. У меня они будут приутюживаться четко вот по этой, по сиреневой полоске, вот как я уже показала. И встречаемся за столом, будем сметывать. Смотрите, я уже села сметывать. Что делаем, во-первых? Это у меня подборд. Подборд, посмотрите, я его приутюжила и приметываем. Приметывать лучше где-нибудь посередине, ну, потому что можно было какие-то операции с подбордом самим производить. И не до самого верха, потому что плечевой шов, ну, где-то вот... Надо было мне закрепочку здесь поставить. Где-то вот так, до середины подборд приметываем. Дальше нам нужно заняться выточкой нагрудной. Смотрите, я сметала плечевой шов перед со спинкой. И вот сметала поверху перед и спинку сам рукав. Я сейчас покажу, как у меня получилось уже с другой стороны. Видите, я сметала рукав, вернее плечевой шов. И затем сметала верхний шов по плечу на рукаве. И затем сделала вот здесь надрезы, такие прорезы по 10 или 12 сантиметров, вы помните, кроили. И заложила складочки на одинаковом расстоянии. И вот что, посмотрите, у меня получилось в готовом виде. Вот как рукав выглядит. Мне кажется, вообще прекрасный рукав получается. И внизу тоже я заложила складки. Ну, сейчас покажу все подробно. Мы сейчас все это с вами сделаем. Вот здесь я сделала надрезы, как мы и планировали, по 10 сантиметров или по 12, я уже забыла, сколько здесь... И вот получается, что там, где рукав длиннее места, там, где плечо короче, мы сейчас совмещаем вот так эти швы друг с другом. Я первую складку закладываю длиной 2,5 сантиметра. Вот я промеряю 2,5 сантиметра. То есть весь излишек рукава я вот сюда складываю. А вторая складка у меня получается где-то сантиметр. Нет, где-то 1,5 сантиметра, все, вот так. И с другой стороны также. Первая складка у меня получается 2,5 сантиметра, вторая 1,5. Вот их так складываем.
Можно метки поставить. Мне вот так проще. Вот 2,5 сантиметра я сейчас булавкой заколю. А весь излишек во вторую складку. Вот, смотрите, здесь мы уравниваем. И излишек просто вот закладываем. Куда направлять складки? Тут вы посмотрите сами, куда направлять. Я решила, что я буду от плечевого шва и вниз. Посмотрите с лицевой стороны, как вам больше нравится. Эти складки можно расположить вообще как хочешь. Вот. Вот я их расположила, складочки. Вот первая складка. Ага, вот я сейчас переправлю. У меня как бы они так вот раз во внешнюю сторону, то есть не внутрь, а наружу складки. Вот с этой я ошиблась складкой. Сейчас я ее подправлю. Видите, мне нужно ее сюда загнуть. Вот такая складка. На изнанке как бы к шву складочка, сгиб идет. И вторая складка идет тоже к шву сгибом на изнанке. Все. Сейчас прометываем. Вот здесь надрез прометываем чуть-чуть дальше надреза, ну, на пол сантиметрика. И потом, когда будем строчить, плавно вот так начнем. Как будто выточка. Здесь будет как будто вершина выточки. Плавно застрочим. Но я покажу потом все еще подробно. Вот здесь, где у нас идут шовчики, постараемся ниточку провести между швами, видите, так, что я не прижала ни один из припусков. Нам так легче будет дальше шить. Мы просто оттянем ниточку швы и сразу будем готовы проложить строчку на плечевом шве и на верхнем шве рукава. Вот сюда мы сейчас идем, сметываем. И вот здесь как будто вершина выточки у нас. Все, мы с рукавами тоже здесь сделали. Нам сейчас останется только по низу рукава заложить складки. Давайте полюбуемся, что у нас получилось. Вот так у нас выглядит сейчас рукав. Вот. Сейчас внизу рукава тоже нужно заложить складки. Вот посмотрите, на втором рукаве снизу я заложила складки глубиной по тоже 2,5 сантиметра. И здесь я такой же глубины заложу сейчас складки. Складки будут встречные к середине, ну, к самой строчке. Вот такие. Что делать с низом рукава, пока не решила. На примерке посмотрим. Если будет казаться коротковат рукав, то я сделаю манжеты широкенькие такие. Если рукав покажется нормальной длины, то можно обработать либо просто бейкой, либо обтачкой эти рукава. В общем, посмотрим. Сейчас на примерочке все увидим, как мне понравится. Все, я заметала эти складки. Вот как выглядит рукав. Это вот внизу рукав, это вверху. И сейчас мне останется боковой шов сметать. У нас с вами здесь уже скололи мы по меткам кармана, входа в карман. Скололи вот здесь примерно у нас линия талии. Вот выскочила булавка. И сейчас вот эту линию, вот такую, как саму вершину выточки или сгиб выточки мы постараемся не вмещать, как бы в шов не вмещать. И вот сейчас такой плавный шов мы сейчас здесь проложим, сметочный шов. Сейчас до низу, до самого сколем и боковой шов сметываем. Поскольку выточку, я вам сразу сказала, что мы ее будем не конструктивно местоположение искать, а по факту уже на фигуре. Ну вот я уложила, смотрите как, пока еще не примеряла, но думаю, что она хорошо на меня сядет. Я совместила переднюю деталь рукава и спинку, потом совместила метки талии, где она у меня? Вот она, метка талии, метки кармашков совместила. И вот так плавно уложила выточку, вот здесь, складку саму. И вот она, вершинка выточки, и вот так я ее заметала, складку. Сейчас покажу, как я это буду делать на втором рукаве. Вот смотрите, я совместила рукава. Это вот у меня спинка, передняя, это вот нижняя часть рукава. Вот совместила метки входа в карман. Вот метка талии, но я ее не то что совместила, вот уровень сложила. И вот у меня сейчас здесь получается складка, и вот у меня выточка, вершина выточки. Я сейчас вот эту складку как раз буду сметывать как выточку. Если выточка ляжет не очень хорошо у меня по факту, то я переметаю, то есть просто на фигуре померю на изнанку платья и прям уложу у себя эту выточку. Сначала уложим с одной стороны и потом симметрично с другой стороны. Вот я сюда веду выточку, вот она глубина складки. Я уже уточнила, что у меня они симметрично лево и право, то есть вот на одном расстоянии. Вы у себя тоже уложите. Вот я ее сколола выточку
и мне сейчас нужно будет прометать эту выточку. Вот этот треугольник у меня оказался не удел, я его уже с одной стороны срезала, с другой стороны тоже срежу. Выточку сметывать стараемся частым стежком, то есть короткими стежками, потому что для примерки, чтобы сильно не разъезжалась, не расходилась вещь, поэтому выточка такая. Если у вас размер фигуры небольшой, то вам, скорее всего, выточку вообще можно не делать и не заморачиваться на эту тему. До 50, я думаю, что 4 размера, наверное, вообще можно без выточки кроить цельнокройный рукав. Но на всякий случай свободу облегания в районе груди сделайте побольше. Ну, еще 1 сантиметр добавьте. Все, сейчас я работаю с плечевыми швами. Вот у меня передняя деталь, вот у меня спинка. Вот спинка, видите, вот она горловинка, и вот плечевой шов на спинке. Я их совмещаю сейчас, скалываю и сметываю. Примерка платья. Вот так оно выглядит. Обратите внимание на баланс. Не затягивает бок, не свисает бок, ничего лишнего нет. Платье я, конечно, заколола булавками бока, не очень аккуратно получилось, но так будет. Платье достаточно такое, ну, да, свободное. Но это так надо, потому что иначе застежка будет расходиться. Что еще сказать? Из корректировок я сделаю все-таки вырез еще поглубже на 1-1,5 сантиметра, наверное. По ширине делать ширине буду. Плечи, мне кажется, на месте получились. Длина рукава подходящая. Меня все устраивает. Но рукав, правда, буду обрабатывать бейкой, чтобы он мне, ну, не стал короче. Но манжеты тоже пришивать не буду. То есть меня все устраивает с длиной рукава. Длина платья длинновато, я, видимо, 3 сантиметра подрежу и 4 сантиметра в подгибку пущу. Вот так. Будут здесь карманы в боковых швах, все покажу. И застежка на пуговице. Пуговицы сделаю достаточно такие акцентные, яркие. Наверное, роговые пуговицы будут. Ну, в принципе, все. Можно приступать к пошиву платья.